Вакцинационных центров, таких как Сколково, должно быть больше, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на форуме «Открытые инновации» и объявил о том, что в Петербурге будет создан аналог Сколково. О чем еще говорил глава кабинета министров, мы обсудили с представителем Сколково. Была отличная пленарная сессия Дмитрия Медведева, где собрались совершенно сумасшедшие спикеры. И Джек Ма, например, сказал: ребят, забудьте вообще о каких барьерах, правительства будут не нужны. Все решается в цифре, все решается в облаке, все решается в интернете. То же самое говорил Каку, этот футуролог, который сказал: ребят, вы будете обращаться к робо-доктору, к робо-лойеру, адвокату, к робо-водителю, потому что это будет удобно, это будет экономить время. Как раз Дмитрий Медведев сказал, что самое ценное, что нам дает цифровизация, это время. Теперь о технопарках. Например, технопарк, где мы находимся, он самый большой в Европе. Здесь уже сотни и сотни инновационных компаний. Здесь лаборатории сумасшедшие. Здесь центры коллективного пользования. Сюда рвутся люди, нам не хватает мест в аренду. Российские стартапы или зарубежные тоже есть? Есть зарубежные. Сколько? Много. Ну, зарубежных у нас несколько десятков. В том числе есть финские, есть американские, английские, казахские, белорусские, естественно. Китайские стартапы есть. Основная масса, конечно, российских. Но из разных регионов.